Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы с вами находимся в ресторанчике «Винегрет». Меня зовут Вадим, и мы с вами приготовим салат с мидиями. Для этого нам понадобится болгарский перец, чеснок, корень имбиря, красный репчатый лук, морковь и стебель сельдерея, кунжут, мидии, оливковое масло, соевый соус и бальзамический крем. Наш с вами салат подается теплым, и мы будем его обжаривать. Для начала мы обжариваем овощи. Для того, чтобы их обжарить, их для начала мы нарезаем. Нарезаем мы их тонкой соломкой. Наши овощи нарезали. Сельдерей, морковка, лук и перец мы обжариваем сразу, а потом добавляем чеснок, чтобы он не дал горечь. Вслед за чесноком добавляем имбирь. И теперь, когда мы наши овощи нарезали, мы можем приступить к жарке. Сначала мы обжариваем овощи, добавляем к ним мидии и заливаем это все соевым соусом. Обжаривать наши овощи мы будем при очень большой температуре, для того, чтобы они остались хрустящими и не до конца прожаренными. И вот наш обжаренный уже салат мы выкладываем в нашу тарелку. Теперь мы поливаем наш салат бальзамическим кремом и затем присыпаем наш готовый уже салат кунжутом. Вот наш салат уже с вами готов. Он получился таким, какой должен быть, хрустящий и очень вкусный. Приятного вам аппетита!